Многие бренды стали создавать пуховики из такого материала, как эко-кожа. Он по всем параметрам схож с натуральной, но стоит раза в 3 выгоднее. Что он собой представляет? И какие дутые куртки в тренде в этом сезоне? Мы сегодня будем разбираться. Несмотря на то, что вещи из эко-кожи недорогие, они гораздо лучше изделий из кожзама. Прежде всего, вам не будет холодно. Они не промокают, на них не остается трещин и заломов. В общем, это огромное преимущество. Кожаные пуховики – тренд этого сезона. Они не только красивые и стильные, но еще и очень теплые. Их смело можно носить при температуре до минус 25 градусов. К тому же, благодаря своему материалу, эта верхняя одежда сочетается практически с любыми вещами, обувью и аксессуарами. В этом сезоне вы можете выбирать куртки из эко-кожи или из натуральной. Обратите внимание на модели с меховыми вставками. Они также будут в тренде. Классический вариант кожаной куртки можно сочетать с множеством вещей. Выбирайте образы как в кэжуальном стиле, так и в классике. Брючки, джинсы прекрасно будут сочетаться с ботинками или высокими сапогами. Сегодня наряду с обычным скучным уже черным цветом используют и другие оттенки. Спокойный коричневый, синий, бордо, ярко-красный. Некоторые производители предпочитают выпускать модели в пастельных оттенках. Так очень модным сегодня считается верхняя одежда из эко-кожи бежевого цвета. Нестандартные варианты, к примеру, золото или серебро, до нашей страны пока не дошли. Кожаные куртки и пуховики, пожалуй, самый актуальный вариант для зимы. Здесь нужно особенно тщательно подойти к выбору обуви. Поскольку верх будет достаточно объемный, то низ лучше выбирать в виде сапог или ботинок на тракторной подошве. На нашей модели стильная куртка-дубленка лазурного цвета. Она прекрасно сочетается с брючками из эко-кожи и ботинками. Пуховик – одна из самых удобных, стильных и сочетаемых вещей. Экспериментировать с ним можно совершенно по-разному. Такие куртки уместны в паре с самыми разными брюками, юбками, обувью, толстовками, блузами и прочими элементами одежды.